историях разных. В общем, самое главное, это постараться успокоиться и понять, что нужно делать. Опасности при аварии. Вот самая большая опасность, это что тебя сшибет вторая, следующая машина. Третья, четвертая, которая мимо пролетает. Значит, вот это вот самое главное. Потом другая опасность, что машина загорится. Еще важно, спасать нужно сначала себя, всегда. Поняла? То есть, если со мной что-то случилось, я не могу вылезти из машины, да? Ты эту ситуацию изменить не сможешь. А вот сама можешь погибнуть вместе со мной в случае взрыва, понятно? Поэтому тебе надо сразу оглянуться и принять меры к тому, чтобы безопасно вылезти из машины. А потом уже сразу подбегут люди из других машин. Они всегда появляются. Да, конечно. Сразу останавливаются люди, помогают. И эти люди начнут помогать, помогут вылезти из машины. Если человек без сознания, вытащит его. У них инструмент будет из их машин. О, придурочек, да? Эй, эй, вот она! Ты видел это? Круч. Первая.